Всем привет! Сегодня вместе с вами прогуляемся по магазину Унидом. Находится он по адресу город Ростов-на-Дону, улица Левшенко, 4. Такой красивый глобус. Стоит 15 100. Красивый такой. Это бар можно здесь сделать? Необычный набор стаканов с цветным дном. Стоит 2007 рублей. В наборе 6 предметов. Еще есть точно такие же рюмочки разноцветные. Тоже 6 штучек, стоит 1651 рубль. Очень красивое блюдо, называется подставка декор, стоит 3765 рублей. Подсвечник в виде клетки за 2851 рубль. И рядом вот такой подсвечник. Стоит он 3864 рубля. Вот эти очень красивые подсвечники, вообще обалденные. Покажу, как они выглядят внутри. Подсвечник поменьше, 11 сантиметров высотой, стоит 937 рублей. Подсвечник побольше, стоит 970 рублей. Декоративная тарелочка золотая, стоит 1890 рублей. Такие красивые необычные бокалы здесь продаются. Обалденные. И такие свечи красивые. Она закрытая. 561 рубль стоит. И рядышком вот такая обычная свечка. 374 стоит. Табурет стремянка, две ступени, стоит 2087 рублей. Тележки на колесиках здесь продаются. Вот это стоит 1381 рубль. Рядом розовая за 1200. Черная вот такая. 2172 рубля, синяя, и точно такая же красная, стоит 1721 рубль. Еще есть вот такая серая, стоит 2145 рублей. Очень красивый мягкий коврик, вот такая шкурка. Цены на них нет. Кругленький он, вот такой светленький и серый. В Унидоме продаются турки. Это самая большая, стоит 1245 рублей, 850 миллилитров. Рядышком турка объемом 640 миллилитров за 1156 рублей. 540 миллилитров турка, 1049 стоит. Еще есть объемом 0,4 медная турка, 960 рублей. Турка 390 миллилитров медная, 1049. 300 миллилитров турка, тоже медная, 857 рублей. И самая маленькая, 200 миллилитров, тоже медная, стоит 803 рубля. Вафельница орешница, 1000 ватт, стоит 2649 рублей. Вафельница 1000 ватт, 2604 рубля. Вот такая вот фирма. Мультигриль, вафельница 3 в одном, 800 ватт, стоит 2983 рубля. Еще есть вот такая мультигриль, стоит 3264 рубля. И мультигриль 3 в одном, 1000 ватт, 4129 рублей стоит. Кастрюльки здесь такие красивые. Покажу вам несколько вариантов. С ромашками такая нежная. И с клубничками. С анютиными глазками кастрюлька. И с клубничками. Кастрюльки с макарунцами. Вот такая вот тоже симпатичная. С грибами. Красивые тарелочки, пиалки. Такие нежно-сиреневые. Кастрюлька. И горшочек для запекания. Еще есть вот в таком цвете. Такие красивые. Еще есть вот такая коллекция посуды. В крапинку мелкую, белая. И окантовка такая бирюзовая. Посмотрите, какая красивая посуда. Набор для холодца. Горшок для жаркое.
чайнички, сахарница, тарелочки и горшок для запекания. Горшок для жаркое и вот такая кастрюлька керамическая, очень красивая. Миска глубокая за 249, миска поменьше и вот такие пиалочки маленькие. Нашла вот такую стильную хлебницу, она огромная. Рядом есть вот такие хлебницы, они пластиковые и основание у них металлическое. Здесь вот светленькая, красивая. И вот такая еще есть, под мрамор. Круглая хлебница, стоит 2488 рублей. Такая еще есть. Основание деревянное, а верх это пластик. И прозрачная хлебница, тоже из пластика. Основание деревянное. Вот такие хлебницы. Они жестяные, а крышка у них деревянная. Вот это полностью жестяная хлебница. Ну, красивая, стильная. Вот такие красивые салатники. Пробковая крышка. А сам он пластиковый. 581 рубль стоит. Набор для специй за 266 рублей. Банка для специй за 669 рублей. Красивые деревянные блюда. Минажница. Столик такой. Красивые баночки для сыпучих. И не только. Можно использовать для любого, что вам хочется. Вот это вообще красивый набор, обалденный. Блюдо пальмовый лист, цены, к сожалению, нет на него. Искусственная орхидея за 1170, такая маленькая, желтая. Мармит прямоугольный сервировочный, 28 сантиметров, красивый такой. Тарелочки вот такие красивые, 28 сантиметров, большая, стоит 941 рубль, маленькая, 21 сантиметр, 584 рубля стоит. Чайник заварочный, 1106 рублей стоит. И вот такое вот блюдок, стоит 2108 рублей. Вот такой листик стоит 2108 рублей. Красивые садовые фигуры, на черепаху цены нет, лягушки стоят 1428 рублей, вот такие уточки стоят 735 рублей, лягушонок за 1089, утята с мамой уткой за 1190, лягушечки, такая вот жабка за 892 рубля, маленькая уточка за 1170, курочки, цыплятки за 459 рублей, гусь 1237 рублей стоит. Утка белая 768 рублей. Петух стоит 1452 рубля. Влюбленные котики за 2049. Доберман высота 48 сантиметров стоит 1446 рублей. И еще есть вот такие маленькие цыплята за 690 рублей. Зайчики. Мама с ребеночком за 1089 рублей. Сурикат стоит 1117. Белочки за 952 рубля. Ежики за 590. Вот мама ежик с ребеночком за 634 рубля. Бурундуки за 722 рубля. Косуля с малышом. Ёзыки, милашки. Бобер стоит 1117 рублей. Зайчик за 1690. Барсук за 750 рублей. И вот такой зая за 1119 рублей. Еще есть вот такая сушка за 974 рубля. И белочка толстенькая за 770 рублей. Золотая ветка декоративная стоит 635 рублей. И еще серебристая ветка стоит 692 рубля. Очень красивая шкатулочка. Розовое золото.
шкатулка бесценная. Подсвечники розовые. Большой стоит 970 рублей 11 сантиметров. И маленький 11 сантиметров за 937 рублей. Яблоко розовое за 857 рублей. И ангелочек. 835 рублей. Еще есть вот такая шкатулочка. Стоит она 3091 рубль. Очень красивая. Все украшения поместятся. Круглая салфетка 176 рублей стоит. 38 сантиметров. Блестящая серая. Рядом просто серая, такая же цена. Здесь разноцветные есть еще. Салфетка под столовые приборы, разные цвета. Вот это прям классная такая, плетеная. Это как кожзам. Такой материал. 205 рублей стоит. Зеленая и розовая. Чехол для подушки бархатный, 45 на 45 сантиметров, стоит 660 рублей. Здесь вот такая наволочка, такая тоже бархатная, 30 на 50, 463 рубля. И другие цвета, и светло-серый, тоже бархатный, и такой изумрудный цвет, 600 рублей стоит. Прикольные женские носочки от фирмы Конте с матрешками, стоят они 168 рублей. Сумка женская с фетром, размер 34 на 14 и на 34 сантиметра, стоит 525 рублей. Красивые фоторамочки. Вот это вообще такая воздушная. Сумка Агуа женская из фетра с вот такими отделениями. Размер сумки 38 на 20 и на 26 сантиметров. Стоит она 1120 рублей. Красивая стеклянная шкатулка. Стоит она 1756 рублей. Музыкальный центр ретро. Стоит он 12398 рублей. Также в Унидоме продаются вот такие деревянные топперы. Они здесь недорогие. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчик вверх. И всем пока!